инициативных, знающих, трудолюбивых предпринимателей, потому что только предпринимательский класс в любой стране движет развитие. Но перед вами действительно респект особый, потому что у нас сложности, ну что мне вам рассказать, мы же друг друга понимаем. У нас сложности одного характера, у вас есть сложности другого характера, неизвестно где сложнее. Я думаю, если вы остались, вы точно были успешны, я даже ни в одном не сомневаюсь, если уж вы здесь смогли это сделать. Но, наверное, пришло действительно время, вы состоялись, а мы действительно думаем. И вот я нашего посла, там, нашего тоже посла там в Астане спрашиваю, а что этот мост? Ну это же мост. Это же мост. А что такое мост? Это когда, как я его называю, ностальгический туризм, приехать к тёще, в гости, на могилу предков. Ну это, конечно, нужно. Но я думаю, все-таки без экономической составляющей, это не мост. И поэтому сегодня вот это, может, такая попытка все-таки, чтобы из первых уст. Сегодня, конечно, в интернете все можно прочитать, но это мнение экспертов, мнение журналистов, может, сухие какие-то документы. Но поскольку я непосредственно занимаюсь индустриализацией в Казахстане, то уж позвольте из первых уст вам рассказать, как и что идет. Может, что-нибудь с вами и вместе потом подумаем, что мы можем еще вместе сделать.